Привет! Продолжаем играть в карточный ужас Аркхема. Путь в Каркозу. Сегодня мы дошли до дополнения номер 7. Восход черных звезд. Остров Мон-Сен-Мишель расположен у северо-западного побережья Франции. Это живописное, величественное и таинственное место словно пришло из сказки. Из страшной сказки об ужасе и безумии. Когда море отступает, на остров можно попасть сухим путем, по дамбе, которая обнажается во время отлива. Однако, когда вы добираетесь до берега, стоит куда более высокий прилив, чем вы ожидали. Небо закрывает темные тучи, и отдаленные раскаты грома предупреждают о надвигающейся буре. Вы находите судно, капитан которого готов отвезти вас на остров, и готовитесь к грядущему ритуалу. Сверьте с журналом. Если Эшли Кларк записана в графе «Опрошенные гости», перейдите к разделу «Информация Эшли». Так, Эшли Кларк, опрошенные гости. Есть такая. Информация Эшли. Вы вспоминаете вечеринку, с которой все началось, и ваши мысли возвращаются к завораживающей песне, которую Эшли пела той ночью. Даже сейчас, спустя столько времени, вы отлично помните текст песни, а ее навязчивая мелодия постоянно звучит у вас в голове. Над городом тучи дышат грозой, и волны бушуют в клетке золотой. Под землю морская влага течет, опустится тьма, лишь солнце зайдет. Всматриваясь в лежащий перед вами остров, озаренный вспышками молний и омываемый черными волнами, вы поневоле задаетесь вопросом, не об этой ли самой минуте пела Эшли. В ходе этого сценария в качестве бесплатного активируемого свойства любой сыщик может удалить одну безысходность с одного замысла в игре, не чаще одного раза за игру на всех. Перейдите к подготовке. Подготовка к этой игре достаточно сложная, такая комплексная. Сейчас мы все по ходу разберем. Итак, соберите все карты из следующих наборов контактов. Восход черных звезд, дурные предзнаменования, бьякхи, обитатели Каркозы, незнакомец, темный культ и древнее зло. Вот я здесь все собрал. Давайте еще раз перемешаем. Так. Обратите внимание, что несколько карт из набора контактов «Восход черных звезд» существует в двух версиях. У одних на обратной стороне символ набора «Морской потоп», у других символ набора «Вихрь в небе». Эти наборы контактов отмечены вот такими символами. Да, если мы посмотрим на некоторые карты, вот, например, там часовня Святого Абера или башня Аббатства, то здесь действительно вот есть такие значки и вот такие значки. В зависимости от выбранного вами уровня сложности, добавьте в мешок хаоса до конца кампании следующий жетон. Легкий минус 3, обычный минус 5. Я уже, честно говоря, запутался, на каком уровне сложности я играю. Но вот я решил сегодня сыграть на обычном уровне сложности, поэтому добавляю в мешок жетон минус 5. Я вообще считаю, что минус 3, минус 5, господи, какая разница. И то означает, что шансов у вас на успешное прохождение попытки немного. Возьмите все экземпляры карт «Замысел 2А», «Догрянет бури», «Замысел 2С», «Стихия в небе», «Часовня Святого Абера» и «Башня Аббатства». Разделите эти карты на две стопки по символу на их обратной стороне. Так, вот значит у меня здесь «Замыслы 2А», да, «Догрянет буря», две карты. «Замысел 2С», «Стихия в небе». Это мы должны разделить на две стопки. Видите, здесь вот такой значок, здесь вот такой значок. Соответственно, вот так вот мы все делим. Это сюда, это сюда. Теперь башня аббатства. Так, сюда у нас потоп, сюда буря. И часовня Святого Бера здесь у нас, ой, вот так вот, да, здесь у нас буря, здесь потоп, здесь буря. У вас должно получиться две стопки, каждая из четырех разных карт, по одному экземпляру вышеперечисленных карт. В одной стопке должны лежать карты, на обратной стороне которых изображен символ набора контактов «Морской потоп», а в другой стопке карты, на оборотной стороне которых изображен символ набора контактов «Вихрь в небе».
Переверните обе стопки так, чтобы был виден только символ набора контактов «Восход черных звезд». Несколько раз поменяйте стопки местами, чтобы вы не знали, какая где находится. Случайным образом выберите, какую из этих стопок удалить из игры, а какую использовать для дальнейшей подготовки. Не смотрите на оборотную сторону карт ни в одной стопке. То есть вот у нас две стопки, да, давайте еще раз проверим. Здесь у нас потоп, здесь у нас потоп, здесь потоп, здесь потоп. Да, соответственно, здесь у нас везде вихрь. Теперь мы берем эти стопки и меняем их. Но я подумал, что будет, наверное, удобнее, если мы их хорошенько перемешаем. Каждую запихнем в большой протектор. Каждую стопку. И вот теперь можем это смело вот так вот мешать, 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 мешать. Я уже не помню. Совсем не помню, где какая у меня стопка есть. И теперь я случайным образом удаляю одну из игры. Вот эту удаляю, эту оставляю. Мы не смотрим, что нам попалось, буря или потоп. И добавляем это все башню. Ну да, сейчас давайте почитаем, что там у нас. В этом сценарии нет колоды сцен. Вот так. Зато сразу две колоды замыслов. Одна из них состоит из замыслов 1А, 2А и 3А, а другая из замыслов 1С, 2С и 3С. Используйте только те версии замыслов, которые вы выбрали случайным образом. Отложите в сторону карты сцена 3А, сцена 3С. Так, сцена 3С и сцена 3А откладываем в сторону. Дальше. Зверь с Альдебарана. Все экземпляры приливного ужаса. Вот они, их два экземпляра. Все экземпляры искателей разлома есть. Клуатор. Вот он у нас, клуатор. Рыцарский зал. Так, рыцарский зал. Вот он. Башня аббатства. Башня аббатства. Это то, что мы вот сейчас вот мешали. И часовню святого Абера. Случайным образом выберите одну из двух локаций, готический хор, и отложите ее в сторону. Другую удалите. Готический хор. Два экземпляра. Случайным образом выбираем одну и откладываем в сторону. Другую убираем из игры. Случайным образом выберите одну из двух локаций «Северная башня». Так, другую убрали. То же самое, внешняя стена. Другую убрали. Разбитая лестница. Так, остальные введите в игру. Каждый сыщик находит в комплекте одну случайную базовую слабость безумия, сделку культиста или детектива, включает ее в свою колоду. Я это сделал предварительно, и мне попалась... Где она тут у меня? Вот, она мне попалась, ипохондрия. Базовая слабость безумия. Добавьте ипохондрию в свою зону угрозы. После того, как вы получили хотя бы одну рану, получите один направленный ужас. Да, перемешаем теперь нашу колоду сыщика. Так, сложите в колоду контактов все оставшиеся карты контактов и перетасуйте. Это мы сделали. В этом сценарии две колоды замыслов. Да, давайте их подготовим. Так, вот у меня 1С, 2С и 3С. Это вот сюда располагается, на место, где у нас хранятся обычно сцены. И замысел 1А, 2А и 3А. Это мы положим вот сюда.
Одна из этих колод замыслов позволит вам и вашим союзникам открыть путь в Каркозу и перейти к одной из двух отложенных карт. Другая даст тому, кого, чье имя мы не имеем права называть, возможность ворваться в наш мир, обрекая землю на погибель. Пока в игре две колоды замыслов, в ходе этого сценария игроки должны придерживаться следующих дополнительных правил. Всякий раз, когда нужно положить хотя бы одну безысходность на текущий замысел, игроки выбирают, на какой из двух замыслов эту безысходность мы будем класть. Безысходность на иных картах, помимо замыслов, таких как враги, локации, активы, идет в счет требуемого числа безысходности для обоих замыслов. Когда один замысел продвигается, не удаляйте безысходность другого замысла. Все прочие жетоны безысходности из игры удаляются, как обычно. Если на шаге 1-3 фазы мифа требуемое число безысходности достигнуто для обоих замыслов, выберите для продвижения один из них. Завершив его продвижение, сразу же проверьте, достигнуто ли требуемое число безысходности для другого замысла. И если это по-прежнему так, второй замысел тоже продвигается. Если мы откроем справочник, то ход 1-3 проверки во время фазы мифа, это вот проверьте, не достигнуто ли требуемое число безысходности после того, как мы положили одну безысходность на текущий замысел. Ну, в общем, когда положили жетон, надо проверять, достигнуто или нет. Примерный расклад локаций. Так, он вот такой. Так, это у нас отложенные карты, вернее, убранные, а это у нас... карты локации. Мы начинаем все на внешних воротах. Так, располагаем ее где-то здесь. Дальше у нас идет большая улица. Здесь у нас северная башня. Внизу внешняя стена. Разбитая лестница, которая ведет к церкви аббатства. Начинаем мы на внешних воротах. Здесь у нас есть одна улика. Здесь мы можем потратить два действия на то, чтобы переложить одну безысходность с одной колоды замыслов на другую. Затем положите на внешние ворота две улики из резерва жетонов. Полезное местечко. Так, возьмем 5 ресурсов для нашей Лолы Хейс. Маркер класса, роли. Так, пока возьмем нейтральный. У меня было 4 непотраченных очка опыта. Я потратил 2 из них на то, чтобы проапгрейдить одну из карт иссушения. Что-то ничего другого полезного я не нашел. Может быть, мне просто лень было этого делать. Но в целом я не хочу сглазить, я доволен своей колодой. И плюс еще вот эта карта, кровавая сделка, конкретно в этом сценарии оказалась очень полезной. Даже, мне кажется, немножко читерской. Я сыграл 2 раза в этот сценарий, оба раза выиграл и подумал, что почему бы и не запечатлеть это все на камеру. Так, давайте посмотрим, что... нам попалось. Это нам не надо. Ослепляющий свет. Это тоже не надо. И это не надо. Так, мощный удар. Сработавшее предчувствие, импровизация и неприкосновенный запас. Нет, спасибо. Давайте мы это все давайте отложим, наверное, в сторону. Возьмем что-нибудь другое. Бесстрашие. Да что ж ты будешь делать? Внезапная отвага. Доктор Уильям Мейлсон. Фонарь. Мощный удар. Так, что-то мне не везет со стартовой рукой. Совсем. Нету ничего из того, что, к чему я привык. Ко мне я бы не отказался бы от той карты, которую я проапгрейдил. Ну ладно, что есть, то есть. Сюда. Поехали. Давайте почитаем
Что у нас пишет замысел 1А? Прилив наступает. Капитан высаживает вас у внешних ворот, но не хочет оставаться здесь во время прилива, да еще и под проливным дождем, затопившим улицы. Он обещает вернуться за вами утром. Вы отвечаете, что чтобы он не утруждался, скорее всего, вас тут уже не будет. Мы можем потратить быстрое действие. Сыщики совместно тратят одну улику на всех, на сыщика, вернее, положите одну безысходность на этот замысел. Это может привести к его продвижению. Каждый сыщик получает два ресурса, не чаще одного раза в раунд на всех. Так, и замысел 1С. Ритуал начинается. Над головой кружат темные тучи, в центре бури бушуют вихри сверхъестественной энергии. Ритуал начался. Врата могут открыться над аббатством или под ним. Вы должны решить, какой дорогой пойти, чтобы оказаться у врат раньше агентов того, кого мы не имеем права называть. Сыщики совместно тратят одну улику на сыщика. Положите, ну, то же самое. В общем, можем положить сюда безысходность, и это может продвинуть сценарий. И еще, пока я не забыл, у меня есть одна ментальная травма. Я обязан взять один жетон травмы, ментальный, ужаса. Так, ну что мы разыграем? Наверное, доктора Уильяма Мейлсона мы разыграем и фонарик положим, чтобы эту улику найти. Соответственно, я беру себе нейтральный класс, а потом перейду на искателя. Начинаем. Тратим 3 ресурса на то, чтобы выложить фонарь. Здесь у нас 3 запаса. И доктора Уильяма Мейлсона, взяв класс искателя. Так, это 2 действия. И третьим действием попробуем найти эту улику. Потратим 1 запас фонаря. Здесь у нас становится не 3, а 1. И попробуем найти эту улику. Это у нас x, который равен числу безысходности на замысле с наибольшей безысходностью в игре, а у нас нет безысходности, поэтому это успех. Все, 3 мои действия закончены, я беру карту «Кризис идентичности». Сбросьте все карты вашей роли. Зашибись. Доктор Уильям Мейлсон, не успев появиться, уже ушел. Теперь мы сбрасываем еще одну карту и берем этот класс «Хранитель». Вот так, неприятно. Ладно, берем ресурс, кладем первую безысходность и открываем карту контактов. Меченый знаком. Опасность. Раскрытие. Пройдите проверку 2 воли. При провале получите 2 ужаса. Если человек в бледной маске в игре, у этой проверки плюс 2 к сложности. Нет у нас пока бледной маски в игре. Так, зато мы можем положить сюда одну безысходность, взяв себе класс мистика. Вот так. И увеличив себе волю. Да, еще плюс 3. У меня было 3, еще плюс 3 это 6. То есть я делаю проверку 6 против 2. Минус 5. Отлично. Так, мог же бесстрашие сыграть. Ну что же я понадеялся. Ну ладно. Вот так вот жетончик-то сработал. Надо было другое брать. Окей. Получите 2 ужаса при провале. Получаем 2 ужаса. Итого у меня становится 3 ужаса. Ладно. Неприятность эту мы переживем. Мы, наверное, первым же действием сделаем вот это вот. Положим сюда, потратим одну улику, да, положить одну безысходность на замысел. Хоп. После этого каждый сыщик получает 2 ресурса. Получим 2 ресурса. Теперь, наверное, вторым действием мы перейдем вот сюда. Это большая улица. Здесь у нас тоже есть улика. Обязательно после того, как вы успешно исследовали на большой улице, превысив сложность на одну или меньше, положите одну безысходность на тот замысел, где лежит больше безысходности.
Так, значит, нам нужно пройти проверку. Один против трех. Не буду тратить фонарь. Да, вдруг нам повезет. Не повезет. Так, первым действием я переместился, да, это же не считается за действием. Первым действием я переместился, вторым действием поискал, третьим действием сделаю то же самое. Минус 3. Господи, да там хорошие жетоны вообще есть. Не повезло. Ладно, на этом мой ход закончен. Я беру карту. Что происходит? После того, как вы получили хотя бы одну рану, получить один направленный ресурс. Сбросьте ипохондрию за два действия. Прекрасно, прекрасно. Ресурс. Ресурс. Безысходность. Уже четвертая, между прочим. Да, получается вместе с этим. И открываем карту контактов. Отродье Хали. Преследует с наибольшим числом ужаса. Мститель. После того, как вы успешно ушли от отродья Хали, превысив сложность на 2 или меньше, получите один ужас. Угу. Неприятности. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас мы его уделаем, наверное. Что нам для этого надо? Нам нужно положить вот сюда одну безысходность. И добавить себе плюс 3 к силе. Мы добавим... У нас же еще... А, возьмем себе класс хранителя. А, не можем, да? Потому что у нас мистик. Черт. Ну ладно. Попробуем пока так. Потому что я положил сюда... Хотя могу, могу. Да, я же могу это сделать. То есть... добавляю я эту карту. У меня получается плюс 3 к силе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 против 4. Пробуем. Так, это у нас что? Минус 3, да? 8 минус 3 это 5. Окей. Это успешно. То есть мы нанесли одно ранение. Карта сработала. Теперь я положу еще одну безысходность сюда. И снова у меня получается... А теперь у меня получается 6 против 4. Эх, маловато будет. На этот раз хорошо. И это совсем хорошо, потому что я могу смело брать себе хранителя... Или нет? Пока не буду. Пока не буду. Одно ранение есть. Я и так, в общем-то, сейчас могу сменить роль. Потому что я первым делом положу себе еще один жетон сюда. Так, у меня плюс 3 к этой проверке. Теперь я возьму себе роль хранителя. И добавлю вот эту карту к проверке. Нанесет мне плюс 1 рану. А, можно было заранее это сделать. Эх, не подумал. Плюс 2, если сложность превышена на 2 и больше. Надо было попробовать раньше это сделать. Ну ладно. Так, положил сюда. Это значит мне плюс 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь еще 2, 8 против 4. Это минус 3 опять. 8... против 4, минус 3 это 5 против 4. Все, отродье мы победили. Так, игра складывается совсем не так, как я хочу. Потратил 3 действия на то, чтобы бороться с этим монстром. Так, открываем карту, берем ресурс. Кладем безысходность, но смысла нет, потому что замысел продвигается. И мы убираем всю безысходность из игры и читаем, что у нас происходит дальше. Замысел 1Б. Проблески алой зари.
Вода все так же стремительно прибывает, а на городские стены обрушивается ураганный ветер и промозглый дождь. С наступлением ночи буря лишь усиливается, скоро прилив затопит весь город. Затасуйте колоду контактов, в колоду контактов сброс контактов и оба отложенных экземпляра приливного ужаса. Приливный ужас и сброс контактов. То есть этот противный отродье Хали снова может к нам прийти. Так, замешиваем. Все, читаем дальше. Сверьте с текущим замыслом С. Если на замысле С лежит хотя лежит две или меньше безысходности, отметьте в журнале одну уверенность. С удовольствием. Уверенность за отметили. Дальше продвигаемся к замыслу 2А. Догрянет буря. Море продолжает яростно бросаться на остров, волны бьются о стены, а по крышам стучит дождь. Может быть, ключ, который открывает путь, сокрыт в прибывающих водах? Если так, вам остается только позволить буре бушевать. Считайте, что у каждого экземпляра древнего зла есть наплыв. Сыщики совместно тратят одну улику на сыщика. Положите, это все то же самое, что было раньше. Так, а значит ли это, что нам попалась вода, ну то есть потоп, а не буря? Не знаю, посмотрим. Да, и мы берем карту контактов, и это напасть, загадочные песнопения. Раскрытие. Положите две безысходности на ближайшего врага-культиста. Если в игре нет врагов-культистов, найдите в колоде и сбросьте контактов карту врага-культиста и возьмите ее. Перетасуйте колоду контактов. Так, ищем культиста. Отродье, отродье. Вот они внизу. Мне придется перетасовать. Вот она, Калит. Гуманоид-культист. Берем мы эту карту. Выходит в любую пустую локацию. Давайте отправим его вот сюда, во внешние ворота. Там никого нет и ничего нет. Пусть он там и торчит. Да, даже вот так его положим. Ну, так, ну что ж, ничего страшного. Давайте действовать дальше. Возьмем себе искателя, разыграем полевые исследования, потратив на это два ресурса. Найдем эту улику. У меня получается 3 против 1. Фонарь, что ли, потратить? Будет 3 против 0. Или нет, не буду. Минус 1. Хорошо. Есть улика. То есть первым действием я взял улику. Вторым действием я, наверное... Перед вторым действием я... Сделаю вот то, что здесь можно сделать, да, положить сюда, потратить улику, положить сюда безысходность, получить два ресурса. Так, а еще здесь написано, после того, как вы успешно исследовали, превысив сложность на 1 или меньше. У меня было 3 против 1, у меня был минус 1, значит, у меня получилось... 2 против 1, да, я могу положить одну безысходность на этот замысел, где лежит больше всего безысходности. Окей. С удовольствием. Положили. И теперь вторым действием, то есть первым действием я нашел улику. Вернее, первым действием я разыграл полевые исследования. Вот, вторым действием я нашел улику. И третьим действием я, наверное, буду двигаться. Пойду к северной башне. Так, здесь обязательно после того, как в колоду замыслов С положена хотя бы одна безысходность, каждый сыщик на северной башне получает один ужас. Ну, мы, в общем-то, и не собирались. Здесь у нас есть две улики. Эх,
Надо было погодить и двигаться сюда позже, чтобы разыграть полевые исследования. Но уже что сделал, то сделал. Да, ход закончен. Беру карту. Ослепляющий свет. Беру ресурс. И кладу безысходность. Открываю колоду. Открываю карту контактов. Слияние миров. Раскрытие. Пройдите проверку 3 воли. Если замысел 1С в игре, получите 1 ужас. Замысел 1С в игре. И сбросьте одну карту с руки. Получаем 1 ужас. Сбрасываем ослепляющий свет. Безумие, насколько я помню, сбрасывать нельзя. А, подождите, что я делаю? Это при провале же все делается, да? При провале я же еще проверку не прошел. А проверку я с удовольствием пройду. Причем использую, возьму себе мистика. Использую кровавую сделку. Добавлю себе 3 воли. И у меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. И еще вот так вот. 7, 8 против 3. Ноль. Красота. Так, если сложность превышена на 2 и больше, а так оно и есть, то я могу вылечить 1 ужас. Тоже хорошо. Так. Окей. 3 действия. Попробуем найти улику. Здесь стало 0 против 3. Ноль. Есть одна улика. Попробуем найти вторую улику. И это получается 0 против 3. Так, вытянет еще один жетон. Это минус 3. 0 минус 3 получается, да, получается 0 минус 3 получается 0. Соответственно, при равенстве я могу получить вторую улику. Так. Теперь я бесплатно воспользуюсь вот этим действием и выложу сюда безысходность. Я теперь получу 2 ресурса. Вон у меня сколько уже ресурсов. Сейчас по закону подлости обязательно вылезет темная лошадка. Так, и у меня осталось 3 действие. И третьим действием я пойду сюда, в разбитую лестницу. Или нет, погодите, да, чтобы полевые исследования сработали. Я, наверное, сейчас возьму себе на всякий случай класс искателя. И возьму себе 3 действием карту. Проницательность. Ну так себе. Окей, все, на этом ход мой закончен. Я беру карту. Доктор Уильям Мейлсон еще один пришел. Так, возьму ресурс. И положу уже, получается, 6-й, да? 6-й жетон безысходности. Поэтому это все уходит. И мы продвигаемся. Продвигаемся, и да. Это буря, это потоп, и здесь написано «Путь в Каркозу». Ритуал почти завершен, осталось только найти врата и войти в них. Удалите из игры оставшиеся карты этой колоды замыслов и замените их отложенной сценой 3А. Продвиньтесь к этой сцене. Итак, мы откладываем это все в сторону. Отыскиваем 3А за сцену. Называется «Откроется нижний путь». Вокруг городских стен пенятся воды прилива. Реальность расслаивается. В глубине вы видите отражение закрученных шпилей и каркозы. У вас нет выбора, кроме как нырнуть туда. Цель. Если все непобежденные сыщики находятся в часовне святого Абера и в этой локации нет улик, продвиньтесь. Окей, то есть нам надо дойти до церкви святого Абера, которая у нас пока еще не открылась. Найти там 2 улики, и тогда мы продвинемся.
Да. Берем карту контактов. И нам снова попалось отродье Хали. Так, что мы будем делать? Давайте сделаем вот что. Мы положим снова сюда безысходность. Добавим себе силы плюс 3. Получается 6 против 4. Больше я ничего, в общем-то, наверное, добавить не могу. Так, это 0. Отлично. Есть одно ранение. Вторым действием я, наверное, сделаю то же самое. Минус 1. Прекрасно. Есть вторая рана. И теперь я возьму себе мистика. А, кстати, я должен был взять мистика до этого. Окей. И поскольку мистик у меня уже теперь уже точно есть, я трачу один ресурс, разыгрываю карту «Ослепляющий свет» и пытаюсь уйти от этого врага. Эта попытка использует волю вместо ловкости. Добавить еще один. Ну, давайте, да, добавлю. Третью безысходную сюда. Теперь у меня плюс 3 воли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так. 7 против 2. Минус 3. Так, это получается снова успешно. Там, если вы ушли, превысили сложность на 2 или меньше. 7 против 2, да, было. Минус 3, это 4 против 2. А, значит, я должен получить один ужас. Ну ладно, окей. Получаю третий ужас. И при успехе нанесите 2 раны врагу, от которого только что ушли. Отлично. Мы наносим 2 раны, этого достаточно, чтобы победить отродье Хали. Вот он прилип, а? Потратили все 3 действия на него. Все. Ход закончен. Беру карту. Ну, здрасте, темная лошадка. Очень вовремя. С таким количеством ресурсов мы берем еще один. Кладем безысходность теперь уже на замысел 1С, и это четвертый получается. Открываем карту контактов. Подчиниться его воле. Если в игре нет безысходности, считайте, что подлинно. В противном случае пройдите проверку воли X, где X равен числу безысходности в игре. При провале сбросьте с руки 2 случайные карты. Угу. Так, ну, получается, я должен пройти проверку воли 4. Да, возьму себе выжившего или не буду, нет, не хочу сейчас тратить на это действие. Не могу темную лошадку добавить к проверке. У меня, в общем-то, замысел и так продвинется, да, сейчас. Раз, два, три, четыре, пятый. Поэтому я смело сюда могу положить еще один. От этого хуже не станет. И мне получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 против 4. Минус 1. Так, это есть. Все, теперь у меня есть 3 хода. Нам нужно двигать. Двигать явно куда-то вон туда. Я двигаю раз. Возьму себе искателя. После того, как вы вошли в разбитую лестницу, вы должны либо сбросить один актив под вашим контролем, либо взять верхнего врага-культиста из сброса контактов. А я сброшу фонарь, он мне не нужен. Так. Двигаем дальше. Церковь аббатства. Это второе действие. Здесь есть одна улика. Мы задействуем полевые исследования. Если в игре 2 замысла с разными номерами, а это не так, у церкви аббатства плюс 2 к неясности. Обязательно, когда церковь аббатства открыта, введите в игру отложенные локации. Готический хор, рыцарский зал, клуатор, часовня святого Абера и башня аббатства.
Так, готический хор. Башня аббатства. Рыцарский зал. Часовня святого Абера и Клуатер. Положу его вот сюда. Так. И вот она, часовня святого Абера, куда нам нужно попасть. У меня осталось еще одно действие, и я, наверное, потрачу его на то, чтобы, ну, чисто из жадности получить вот этот, вот эту улику. Добавлю проницательность, хотя, может быть, она мне пригодится потом, когда я буду искать улики в часовне. У меня 3 против 3. Эх, ладно, рискну. Итак, добавляю проницательность. Попробую найти эту улику. Так, минус 2. У меня 3, 5, минус 2 против 3. Прекрасно. Получил эту улику. Проверка успешна. Получаем за это еще карту. Уклонение. Все. На этом мои ходы закончены. Я беру карту. Храбрость. Неплохо. Получаю ресурс. Кладу. Так, я кладу уже, получается, лишнюю даже безысходность. Поэтому замысел 1С продвигается. Почитаем, что нам пишут. Гибель лазурной звезды. Замысел 1D. Вихрь растет, он становится сильнее, начиная поглощать реальность. Обломки, мелкие камни взмывают воздух и их затягивают в ужасающую пустоту. С оглушительным грохотом остров содрогается до основания. Скоро эта воронка уничтожит весь город. Затасуйте в колоду контактов сброс контактов и оба отложенных экземпляра искателя разломов. Искатель разломов и весь сброс. Так, это сюда. Так. Если на замысле 1А лежит, если замысел 1А не является текущим замыслом, А не отмечайте ни того, ни другого. Так, у нас нет замысла, у нас сцена. Двигаемся дальше. Замысел 2С. Стихия в небе. Вихрь продолжает бушевать над островом. Вас ослепляют вспышки молнии, оглушают раскаты грома. Может быть, ключ, который открывает путь, сокрыт в беснующемся вихре. Если так, вам осталось только подманить его поближе. У каждого врага монстра плюс 1 к бою. Это неприятно. Так. Кстати, у нас Акалит, на которого я, по-моему, забыл в прошлый раз положить одну безысходность. Я надеюсь, что это сильно не повлияло на игру. Давайте откроем карту контактов. И это древнее зло. Положите одну безысходность на текущий замысел. Это может привести к его продвижению. Так, безысходность. Есть. Все, двигаем. Нам нужно двигать к часовне святого Абера. Мы это делаем незамедлительно. Давайте. Двигаем. Я же могу сюда попасть, правильно? Здесь такой символ, такой. Все. Я здесь. Здесь две улики. Это значит, что я могу задействовать полевые исследования, чтобы проверка прошла более успешно. Вы можете находить улики в часовне Святого Абера, только если у вас осталось 3 или меньше рассудка. А у меня было 3 здесь, то есть 6 минус 3 как раз 3 и есть. То есть я могу находить улики. И в общем-то, почему бы сразу этим не заняться, да? Первым действием я перешел. У меня есть пылевые исследования, которые дают плюс 2 к навыку. То есть у меня 3 плюс 2 получается 5. 5
5 против 3. Давайте вторым действием поищем улику. Успех. Шикарно. Есть одна улика. Так. И третьим действием, наверное, я сделаю то же самое, но это будет 3 против 3. Да? А почему бы нет? Да? Бывает же всякое. Ха! Ну я мешал. Мешал? Так. Нашел вторую улику. А это значит, что цель, если все непобежденные сыщики находятся в часовне Святого Абера и в этой локации нет улик, продвиньтесь. В Каркозу, называется сцена 3Б. Только вы в силах помешать тому, кому, чье имя мы не имеем права называть, освободиться из заточения. Вы ныряете в пенящиеся воды и открываете путь в Каркозу, обитель безумия. Исход 1. Читаем исход 1. Вы задерживаете дыхание и плывете сквозь ледяную воду вниз к шпилям. Приблизившись, вы замечаете повсюду рябь, как будто смотрите на отражение в морской глади. Вы пробиваете поверхность воды и жадно хватаете ртом воздух, заполняющий ваши легкие. Запишите в журнал компании, что вы открыли нижний путь. Открыли нижний путь. Удалите из мешка хаоса все жетоны вот такие, затем добавьте 2 жетона таких, они у меня там и есть, и 2 еще жетона с камнями. Вот они, 2 жетона с камнями, но, честно говоря, у меня уже просто нету для жетонов, кончились вот эти пластиковые защитные штучки. Ладно, это я разберусь к следующему видео. Добавляю пока так в мешок. Если Эшли Кларк, понятно, это мы ее победили раньше, каждый сыщик получает опыт, равный сумме победных значений всех карт на победном счету. А у меня здесь один, и здесь еще один, и, по-моему, других больше нет. Получается, да, здесь у меня было 4 минус 2, оставалось 2, и плюс еще 2, 4, в общем, я так 4 оставлю. Все, продолжение следует, сюжет продолжается в сценарии 8, Туманные Каркозы, и, по-моему, это последнее будет дополнение, поэтому до новых встреч уже, наверное, в августе и, наверное, во второй его половине, потому что отпуск. Все, всем пока, играйте в настольные игры, с вами был Дмитрий и канал Пасьянс Шоу.